Всем привет! Я вам уже показывал вот такие замечательные красивые ручки, которые я купил своей дочке. Она ими очень-очень довольна. Кто не видел то видео, посмотрите. Ссылочка будет в описании. Ну а сейчас, я так понял, еще одна ручка. Я заказывал тогда две. Это было, пришла быстрее. Ну, давайте откроем, посмотрим. Вот так она упакована у нас. Ну как? Классная. Классная? Да. Да, там, как всегда, очень большой выбор по цветам. Я заказывал разного цвета, чтобы не были одинаковыми. Ну, да. Почти такая же. Немножко она покороче, поменьше. И в процессе пересылки, видимо, чуть-чуть вот есть мятинка, но она, я вам скажу, почти незаметная. Но, видимо, при пересылке немного придавилось. Ну, не страшно. Главное, что у нас все работает. Так, чернила у нас тут опять черные. Да. Ну, в том ролике про ручки я показывал, как я менял синенькие чернила. Меняются они очень легко. Вот таким образом. Вот такой стержень. Стерженьки дешевые, продаются пачками. Никаких проблем с этим нет. Вот. Вот такая вот ручечка. Ну, красивая, да? Да. Какая тебе больше нравится? Мне обе. Обе нравятся. Да. И здесь замечательный тачскрин, который очень хорошо у нас работает. На телефоне. Ну, на телефоне, на планшете, да, у нас вот все работает. Просто 75 я умножить нажал. Все отлично работает. Покупал я ее за 44 рубля, так что ручки рекомендую. На самом деле очень хорошие. То есть они от разных продавцов. Ну, в принципе, они одинаковые, но вот это не чуть-чуть покороче. Ну, буквально на 1 миллиметр, на 2. Вот это еще меньше. Ну как, ты вот уже писала этой ручкой. Тебе да. Нравится, уже в школу ходила? Да. Да? Довольна? Ну вот, дочка в школу ходит с этой ручкой. И очень довольна. Ссылочка в описании. Выходите, смотрите и покупайте. Они действительно разные. Ну, внешне они почти не отличаются, но видно, что разные заводы, хотя очень и очень похожи. На этом все. Всем пока. Ссылочка в описании. Ручки хорошие.